Помещение закрыто. Сколько еще раз там было написано? 30 минут. 30 минут. Юбилейное. Я лучше тогда таймер поставлю. А у меня тут есть свой телетаймер уже. А, нам нужен 3 минуты. Одна. Ты поставь таймер и скажи, когда. Он запищит, когда одна минута пройдет. Когда ты начнешь. Три печенья. Так, на старт. Внимание. Ну, когда он скажет, когда готов? Ну, я готов, ты дайте отчет, да. Все, поехали. Не-не-не-не-не-не. Кто так дает отчет? Раз, два, три. На старт, внимание. Вот или так, да. На старт, внимание. Тебя не спасет. Так, было 40 секунд по моему таймеру, когда Котя начал. То есть в минуту 40 он должен доесть. Не очень? Что, правда не очень? А что не так? А какой будет критерий, чтобы... Дайте человеку спокойно, а потом отсюда комментировать. Он должен показать нам рот, как в художественных фильмах, в документальных, точнее, так делают потом, да, так. Да он сейчас съест. И ты снимаешь, да? Слушай, засунул. Конечно, 30 секунд. Время, 30 секунд. 30 секунд. На самом деле, обалдеть. Это один из тех приколов, который как бы вот в интернете есть, типа, все, давайте-ка все попробуем. А лампочки у нас не найдется обычной? Да, очень хочется. 15 секунд. Справишься, Коль? Все, я? 10, 9. Нет, сейчас 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Не съел? Не съел. Там от силы пол печеньки, но оно еще у меня во рту, да. Две легко, три.